Так, ребята, всем привет! Мы сегодня продолжаем играть в игру Minecraft. Это карта Gravity Falls. Это вторая серия. В прошлой серии я об ней рассказывал. Тут исследовал, показывал карту. А вот в этой серии мы будем тут находить секреточки разные. Я вам сейчас покажу. Вот эта секреточка. Тут такое кладбище. И тут получается вот такой вход, вот подвал. Видите, ниточка? А если зацепить ее, то будет вот что. Такой тут подвал, тут книжка, вот заклинание. Да. Тут больше такого ничего нету, только книжные полки и сундук пустой. Так, сейчас покажу вторую секреточку. Вот она. Это как бы не секреточка такая, но это просто карта. Да, карта Gravity Falls. Да. Тут такая показана вся карта. Вот этот. Как его храм. Ну и вот такая карта. И сейчас покажу третью. Вот она. Это из одной серии мультфильма. Если вы смотрели... Кто смотрел, знает, а вот кто не смотрел, то я сейчас объясню. Тут получается дерево, а в дереве секрет получается. Там подвалы, разные комнаты в подвале. Чтобы войти, надо нажать рычаг. Рычаг. И он откроется. Вот эти секреточки я делал не сам. Они в кате тут были. Вот, спускаемся. Спускаемся. Тут такой подвал. Еще свет тут. Года. Шкаф. А вы так подумали. Тут типа ничего за стеной не скрывается, а на самом деле тут скрывается проход. Да-да, вам не показалось. Вот проход такой. И такого типа лабиринта. Такой тут. Вот он. Тут есть такой журнал. И вот рычаг. И кнопки всякие разные. Тут ничего нет на листке. А тут обычная курица. Обычная курица. И наковальня почему-то. Ну, так автор изобразил. Кстати, тут тоже была такая сценка. Прикольная. И вот. Да. И заморозка. Тут все. И тут. Ой. Вода, да. Тут спускается вода. Ой, как и в мультфильме. Летучая мышь. И вот лаборатория.
всякие поломанные капсулы. Вот даже замороженные. Две замороженных. И две поломанных. Вот труда. Ну и такая пещера. Вот такого прям особенно не... особого ничего нету такого. Ну, как локации изображено. Изображение локации мне понравилось, в принципе. Обстановка такая прям уж классная. Классная. Ну и все. Сейчас покажу четвертую секреточку. Вот четвертый секрет. Вот автобус, а вот, вот, да, та же самая заброшенная церковь. Вроде бы обычная церковь заброшенная. Типа и 100 лет, там ничего. А вот уж и нет. Тут есть тоже вот такой проход в пещеру. Да. И тут есть вода. Спускайся. Так, все. Это тоже из серии пещера. Когда они сюда направлялись спасать пухлю. Так тоже. Прикольно. Тут динозавры. Вот типа замороженные. Ну как, не заморожен, тут как бы динозавров стоит. Прикольные. Тут побольше света. Больше света. Вот такой тут получается. Мост такой маленький очень. И яйцо огромное. Вот. А дальше пути нет. Тут просто как бы ничего. Какая-то шерсть. Красно-синяя. И яйцо. И черепа два. Два черепа. А внизу тут курицы. Типа вот с грибами, огромными мухоморами. Такой тут получается нижний мир. Тут просто куча куриц, куча травы, куча. Прикольно, прикольно. И вверху есть проход. Чтобы выбраться, да. А ты что тут делаешь? Тебя сегодня в выпуске нету. Чего ты тут забыл? Ты был в прошлом выпуске, Шифа. Не-не-не-не. Уходи отсюда, ты не в этом выпуске. Я за пределы карты. Прикольно. Теперь понятно, где мы с вами катались. Вот как оно тут устроено. И вот вагонетка. Что тут забыла? И там шифр. Куча шифров просто. Атака шифров. Вот. Такой секрет. А тут, думаю, наверное, ничего и нету. Да, в принципе, обычная пустота. И покажу вам еще один секрет. Он находится в хижине. Да. И вот этот секрет последний. И, наверное, самый большой в этом выпуске. Да, такой же самый секрет. Тоже под картиной скрывается проход. И тоже нажал рычаг, и проход открылся. Если вы смотрели мультфильм, то вы знаете, о чем идет речь.
такой проход. И вот та самая пещера. Вот. Тут почему-то тоже визер. В этой карте аж два визера. Странно. Ну тут так прям ничего не активируешь, только вот такой подсвечник лампой. Все. Вот типа книга, дневник. Номер три. Рычаг тоже. Такой тоже место. Пещера такой. Прикольная. И закрываешь проход. Я когда говорил, что это последний секрет, то я ошибался. Это был передпоследний. А последний вот. Тут тоже такой проход через дверь. В сундуке ничего нету. Вот руды много. И вот еще. Что? Эксперимент. А, пожалуйста, без кирки. Всё, ничего нету. А, ничего нету. Вот теперь все секреты найдены. Я вам показал. А тут просто обычные комнаты вам покажу. Это получается такое. Баня, что ли. ТНТ. Не знаю почему. Еще комната. Тоже какая-то тут. Ничего нету. Ну, тут тоже такая комнатка с ковром. Тут такое. Такой туалет. Ну, такая-то странная комната. Самая жуткая всех. Какая-то клетка непонятная. Такого в мультике не видел. О, вот это комната. Офис дяди Стэна, вроде бы, если я не ошибаюсь. Может, я и ошибаюсь, напишите в комментариях. А вот и кот, вот его домик. Котик. Это вентиляция, походу. Вот. Не хочешь, значит, я вот тебе положу. Так, вот. Подкушаешь. Так, а сейчас я вам покажу вот такие всякие разные штучки на выставку. Пугай. Вот буква. И тут сундук. В нем суп с грибами. Мочалка мокрая. Please, can't you see reason? Тоже клеточка какая-то. Вот тут смотрят люди. Тоже. Stay back. Это на линии, похоже. Я не знаю, что это. И тут тоже. Такое. И вот тут лама. Вот такое творение. И вот грибная корова тоже. И вот еще много всего. И вот черный выход. И вот машина для гольфа. Такая.
И вот столб огромный. Тоже красиво сделан. Так, и вот еще такое дерево. Как вы заметили, он непростой, а тут внутри секрет. Но этот секрет уже сделал я. Я не удержался и сделал как мультфильм. По сюжету вот тоже. Дневник, который Диппер нашел, тоже в дереве. Там была паутина, все такое. Вот он написал просто Gravity, все такое. Вот, тут куча прям жителей, вот прям толпа жителей. Тут тусятся просто вот сутками. А я тут изобразил летающую тарелку НЛО по земле, получается. Вот рычаг, подальше, да. Спускайся по лестнице. И вот я сделал типа вот такой. Он должен быть круглый бот, ну такой мне получился квадратный, потому что это Майнкрафт. Вот такой он с красным лазером тут. Получается вот всякие, вот паутина, всякие разноцветные тоже, зелье, типа такого. Вот, вот этот клей липкий, который они тоже выскали в этом НЛО, чтобы склеить трещину. Ну и вот еще куча всяких разных штучек. Ну и даже тут мини-сиденья тут такие. Ну и все. Ну и вот я еще изобразил типа вот. Ой. Ну такой как бы след от НЛО типа. Ну типа половина НЛО выглядывает, а половина в земле. Типа закопалась, ну такое. Так получилось. Вот. Так, ну а на этом выпуск наш еще не заканчивается. И хочу вам показать дом Гидеона. Сейчас мы пройдемся по нему. Вот дом Гидеона. Тут такое, да, вы видели его в прошлой серии. Кто еще не смотрел, посмотрите обязательно. Серия интересная. Ну, получается, вот такой стул Гидеона, вот стол, кресло. Только странно, что тут картину не добавили. Вот кухня такая тут. И вот задний ход. Тут получается, вот идет тоже дом, получается, он даже ихний. Как не дома. Не знаю, куда. Типа магазин. Магазин, непонятно. А вот эта комнатка странная. Вот. Странная очень. Это типа стол или это офис, я не знаю. Ну тут я поставил такси машины. Вот. Ну, эти уже тут стояли, я тут просто вот так ставил. Тоже я вот такой скачал на машины. И вот. Ну, боже, сколько можно? Понимаешь, Шифа? Ты тут не в этой серии. Не-не-не-не, ты не в этой серии участвуешь. Я показывал тебя в прошлой серии, и все. Поэтому... Я вообще показываю сейчас секреты карты. А, да, и в этом доме еще есть второй этаж, сейчас вам покажу тоже. Просто отвлекся из-за этого была шифра. Вот. Ну, эту комнату частично сделал я. Тут поставил всякие картины. Это я сделал. И тут поставил сюда вот манекен тоже я. Да, я комнату больше сделал немножко. А так все тут было. Поднимаемся на второй этаж.
Такая спальня тут такая. Тут телевизор типа. Это зеркало, да, походу. Ну, в принципе, неплохо. Сделано. А эти дома, они, получается, как вы поняли еще с первой серии, ну, они тут, получается, в них пусто, тут совершенно ничего нет. Он типа для декора. И все. А тут типа тут такая мини-площадка сделанная. Вот шина типа. Я так понял, это типа качели шина. Вот горка. Вот замок. И вот еще башня. Вот еще тут только магазин. Ну, типа магазин, но тут пустой тоже. И вот я вам этот район не показывал, сейчас вам покажу. Это тоже типа такие домик. Тут книжки такие вот продаются для читания, вот компьютер. И все. И вот еще такой мини-магазинчик. Тут прям такого ничего нет. Тут житель. Ну, непонятно. Какие-то штучки, дучки. Тут кони почему-то делают. Хотя, может, в каком-то мини-городочке конями и живут. Тут тоже такая церковь, только на этот раз уже не брошенная, такая уже церковь. Ну, за ней ухаживают, тут и все тоже. Вот такая вот, типа. Вот книжка, типа. Ну и вот. Вы видели только, что житель поменялся. А вот полицейский участок. Тут тоже у них столы, тут они решают. Тут у них тоже свои офисы разные. Тут они заключенного держат. Кстати, там уже один житель заключенный. Да. Мы тебя видим. И телевизор огромный. Неплохо так устроились вообще. И вот статуя вот президента, тоже ихнего. Ну и вот дом я вам показывала вот тоже в предыдущем выпуске. Вот типа это дом номер 412. 412-й дом. Типа тоже есть серия, где Гидон с Диппером дрался. Потому что Гидеону понравилось. Это музычка, конечно. Так, потому что Гидеону понравилось Мейбл, и они, короче, начали драку устраивать тут. Да. А тут пусто. Наверху ничего нету такого, только лестница на крышу. На крыше ничего нету. Только, да, устройства всякие механизмы. Прикольно. Мне нравится эта карта. Она очень прикольная, такая, ну, не скучная. Можно тут, типа, ну, как и пожить тоже тут. Прикольно. Не, ну что вытворяют? Я в шоке. Называется, не сдал права, купил. Ну зачем, люди? Давайте права не покупайте, потому что будет, ну, такая же ситуация и... Ну что вы вытворяете? Давай. Еще бы немножко, и вы просто покатились назад, туда, в речку. Без комментариев. Так, и вот еще я вам забыл показать. Это такой пароплав тоже. Вот он тут такой просто есть.
Такой сундук, они тут все пустые. Вот этих человечков я поставила, их тут не было, просто для красоты. Ну, потому что без них как-то пустовато было. Тут такая тоже статуя. Как, в принципе, и в хижине. И вот еще что есть. Вот тоже сундучок. Видно такое. Да как бы не секрет, может мини-секрет. Ну ладно. Машины. И все. Да, вот теперь я вам на этой карте все показал. А, нет, не все. Вот тут такая получается. Тут ничего нету. Вот. Такое вот селение. И зонтом. Как, в принципе, в мультфильме тоже. А вот теперь я все вам рассказал, тут показал в этой карте. Поэтому хотите продолжение новой карты сниму? Ставьте лайки. Если это вы наберете 7 лайков, то выйдет новая серия по Майнкрафту. Я выпущу серию по Майнкрафту Gravity Falls карта. Только эта карта будет страна Гидон. Я буду ее делать сам. И это я сделаю сам. И вам покажу ее, расскажу все где как. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи. Пока.